все же спортсмены, Это так прикол. Да, тут просто увлекательно. Далее. Да, я только погоди, я захочу. Что-то на работе? Сейчас я хочу делать. Сразу на работу? Это у вас сколько вышло оттуда? Очень интересно было, да. Там такая сцена, там увидишь, там интересно было. Не то, что не сдержался, там посмотрим. Я разок даже и упал. Да. Ну и что, потом все выровняли, нормально. Все по линейке, потом уже не сдержался. Интересно, если посмотрим. Давай, я выдай это наберу, ладно? Не понял. Ну, я дальше здесь буду. Потом домой поеду. Или, может, так поставить. Представитель спортивной школы Добожанин. И не вместе поеду. Ты хочешь? 19 лет. Не, ну вечером после работы. Ну, все, давай, я вечером поеду. Не, я хочу с тобой поехать. А ты в контакте сидишь? Я не обещаю, будет в течение почта, у тебя электронная есть? Электронная почта. Почта, так, электронная. Я не так разбираюсь. Ты же как-то зарегистрирован в ВКонтакте. Да. Письмо прислать можно. Ну, в ВКонтакте можно. Нет, ВКонтакте, чтобы... Электронная почта как-то объяснишь. У тебя она должна быть личная ВКонтакте. Оповещение получаешь с контакта на телефон. Туда, в электронную почту. Она у тебя там забита в контакте, ты на нее зарегистрирована. Я ее забыл вообще. А у тебя телефон, ты с телефона сидишь? Нет. Контакте, нет? Ага. Ну ладно, ну потерпи не будешь. Да. После команды все правильно, да, там? А, ну что, кто ударил, кто ударил? Да. Работали. Они прав, Кирилл. Извини.